Палаточный городок буквально в шаге от областного центра. В понедельник на базе спортивно-оздоровительного лагеря ИГХТУ Никульская стартовал недельный форум талантливой молодежи «Олимп-2015». Около 100 ребят съехались сюда со всего региона. Палаточный лагерь – это всегда здорово. На свежем воздухе жить всегда. Конечно, ночью холодно, но вот у нас спальники выручают, матрас надувной. Живем вот с соседом вдвоем. Конечно, у нас палатка очень большая, но так как у нас две гитары, мы гитаристы, очень много сумок, и поэтому, ну, в принципе, как раз нам места только-только хватает. Активные и амбициозные они собрались здесь, чтобы разработать концепцию международного молодежного фестиваля, который состоится в 2021 году. Каждый день форума проходит в рамках определенной тематики – патриотизм, волонтерство, спорт, политика, культура и бизнес. Вип-гости читают лекции, проводят мастер-классы, а вечером ребята представляют свои проекты и идеи. В формате мозгового штурма команды разрабатывают. По итогам дневных занятий со приезжими спикерами, да, и на вечернем мероприятии они презентуют свои идеи. И, соответственно, мы вместе с другими участниками форума и команда экспертов решает, какая идея в тот или иной день победила. Проект, который хороший и интересен сегодня, не обязательно будет являться таковым через 6 лет, а потому в основе всего, что можно будет реализовать на будущем фестивале – вечные ценности. Одну такую идею уже взяли на заметку. Все люди, участвующие в международном фестивале, сделали короткий, небольшой, там, 10-секундный ролик, чтобы рассказали о себе, о своем мире, о той стране, о своем городе, где они живут, как они живут, чтобы это в дальнейшем все совместить в один большой такой ролик. В среду у участников форума день спортивных проектов. В гостях с презентацией советник губернатора Ярославской области Андрей Кричмара. Он рассказал о проекте своего региона, который готовится к воплощению «Бегом по Золотому кольцу». Идея нехитрая – устроить забеги на разные дистанции для всех желающих в 7 городах губернии. Поучаствовать в мероприятии решили уже около 6 тысяч человек. Такая популярность марафона обусловлена современным подходом, считают организаторы. Из обычных забегов сделают целое шоу с применением последних новинок электроники. У вас идет смс-рассылки, вы можете зарегистрироваться удаленно, вы можете, если надо, оплатить удаленно. У вас фото и персональное видео привязывается к вашему результату в сети. Вы получаете возможность рассылать фотографии. То есть это событие, оно не только... Вы чувствуете отдачу от этого события в момент участия в нем, хотя это очень тоже круто и здорово, да? Но и после события у вас такой длинный шлейф эмоций, связанных с этим событием. В четверг участники форума встретятся с губернатором Павлом Коньковым и поговорят о политике, а в выходные подведут итоги всех дней работы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.